доброе утро. Всем доброе утро. Я все перевесила. Ну, давай, Сашулечка. Какое у нас сегодня число? 25. 25-е. Давай. Теперь внизу и 31-е наверху посередине у меня. Что у тебя там сегодня? Да. Это с ним большая слово. Да? Ну, смотрите, какая маленькая. Да? Да. Диван. Диван. Угу. Под диваном еще. Почему под? Если под диван, было бы написано. А чего здесь-то? Смотрите, ой, отчего. Очага. Угу. Иконой. Ну что он лежит? Ну вот лежит такой тигрин. Нравится? Да. Отлично. Ну что, еще один конвертик сегодня открыли, да? Угу. Твои любимые пюрешки. Сашулечка очень любит пюрешки. Ну все, пойду заваривать тогда кашу. Ребятки, всем еще раз доброе утро. Посмотрите, сколько у нас снега. Я специально снимаю подальше. Это все лежит на окне. Ну, понятно, с другой стороны. Но снега у нас сегодня реально просто засыпало. Дима поехал на работу своим ходом на метро. Даже не поехал на машине. Вот. Что-то как-то его там плохо чистит снег. Вот я вижу, один дворник работает. А даже проезжая часть как-то не очень очищена. Я не знаю, где машины. Обычно они быстро чистят. Еще с вечера, с ночи он начал падать. А по погоде у нас сейчас минус 10 градусов на градуснике. В общем, я тут Сашулечке кашку варю, кашу готовлю. Сейчас будем кушать. Каши у нас стандартные. Мы не изменяем манной. Самая любимая. И, ребят, предлагаю другую. Но она как-то нет. Не хочет. Я вышла на улицу, одела капюшон, потому что снег идет. О, не успевают, конечно, чистить, но смотрю, что машины уже работают. Утром не было ничего, тут хотя бы уже проезжую часть немного прочистили. И дорожку, по которой я иду, тоже. Он работает. Трактора. Снега, конечно, много намело. Вот он, видите, как убирает? По бокам. То есть он ссыпает, он убирает с дороги и на обочину ссыпает снег. Вот так вот у нас убирает. Главное, чтобы людей не было. Так, я побежала в Альберис. Заказала там кучу подарков. Вот. Буду сейчас смотреть, выбирать. Выбрала, конечно, не очень хороший день суббота, потому что в субботу народу там много. Но я пошла с утра. И на этой надежде. Вон как машина. Еще раз вам покажу. Как убирается. Мало ли, может, у вас таких машин нету. Вам интересно будет посмотреть. Автобусы ездят. Ну, дорожка почищена. Идти комфортно. Как-то в этом году нас зима прям радует и радует. Прям вот то морозы, то снег, вот не прекращаясь. Я вот не помню, чтоб в этом году, в декабре, снег как-то выпал и стаял. Такого не было. То есть он всегда лежит. Какие-то декабри там, даже январь был вообще... Просто трава у нас зеленая росла, это я помню. То есть на Новый год вообще даже снега не было. И такое бывало. А в этом году прям все так белым-бело, все снежное. На улице, кстати, не очень холодно. Хотя вот минус 10, так же как вчера, но вчера я что-то более так замерзла, озябла. Ветер может быть какой-то. Сейчас вот просто падает снег и все. То есть комфортно. О, он подвинул свою штуку
побольше в бок, и теперь она подальше сыпется на обочину, то есть она вообще он сдвигает ее. Так интересно. У меня загорелся зеленый свет. Сейчас я побегу в неположенном месте. Ай, а я тут не перебегу. Сугробы лежат. 4, стоим, ребята. Тут не почищено. Не, людей мало на улице. Может быть, еще в Валберсе будет мало людей. Ребята, я только что пришла, только села. Сейчас буду готовить, потому что уже 12 часов. Сейчас салатик, огурчик, помидорчик сделаю, супчик разогрею. В Валберсе народу не протолкнуться. То ли это наш пункт такой загруженный, то ли это сейчас везде так, потому что ну, Новый год, праздники. Вот, люди покупают подарки. Вот, то, что нужно, я купила. От многого отказалась, конечно, но показывать я тут не буду, потому что меня смотрят люди, которым я буду это дарить. В общем, такие вот дела. Сейчас приступаю, буду разогревать, готовить. Сегодня у нас такой день. А, кстати, подарки я буду упаковывать, когда Сашулечка будет уже спать, потому что она расскажет все. Ну, и часть ей, конечно, тоже упакую. Книги еще докупила. А потом, что там, разукрашки ей купила. В общем, тоже надо будет упаковать, чтобы под елочку положить. Мы тут с Сашулечкой сидим, составляем меню на Новый год. Вот Сашулька тут играет. Я пишу. А, думаю, как раз что купить. Что-то у меня есть, что-то надо докупить. Так, ну, первое будет, конечно, это салат оливье, это уже традиционно, холодец. А, селедку под шубой буду делать, салат слоями хочу попробовать, это то, что я вам показывала в предыдущем видео в книге «Мама». Тоже хочу попробовать сделать что-нибудь новенькое, вот будет салат слоями новый. Так, нарезка колбасная будет. Вот говяжий язык, не знаю, как-то у меня под вопросом, буду его готовить, не буду, покупать его, не покупать, не знаю. Рулет из лаваша и красной рыбы, это тоже традиционно на нашем столе, всегда мне очень нравится. Покупаете лаваш, обмазываете плавленным сыром, потом укропчиком посыпаете и красную рыбку тоже кладете. Ну, там пропорция сначала, конечно, красную рыбу, потом укроп. Вот заворачиваете и сутки лежит в холодильнике, потом можно нарезать. Очень вкусно получается. Торт. Ой, чуть мне тут подвинулся. Торт нужно будет купить. Это уже где-то ближе к 31 числу. Икра красная. И, может быть, еще вот яйца сделаю. Там желточек с чесночком и майонезом. Тоже вкус моего детства. Мама всегда готовила. Ну, в общем-то, все. Я даже не знаю, что еще можно придумать. Сейчас тут лазю в интернете, смотрю еще какие-то, может быть, рецепты. Вот, мимоза тут нашла салат. Ну, как-то я не очень люблю салат мимозу из-за вот рыбы консервированную. Ну, не знаю, мне сочетание не очень нравится, хотя многие любят. Вот, поэтому еще тут лазю, смотрю, что есть. Заодно вот прогноз погоды, кстати, посмотрела, потому что у нас ветер сильный. Говорят, погода меняется. Но я не заметила, чтобы как-то у нас погода тут поменялась. Сегодня минус 7, завтра будет минус 5, минус 11. Видите, какой разрыв большой. Минус 5 и минус 11 ночью. В понедельник минус 7 днем и минус 7 ночью. Вторник, среда, четверг, пятница, 31 декабря будет минус 2 градуса. И потом, ну, такая себе погода. Нормальная. До 10 вообще нормально. Снежочек, снежочек. Вот тут даже солнышко у нас есть. Вот, так что. В общем, сижу, выбираю. Можно было, конечно, торт испечь, но торт я уже замудохаюсь все это делать. Расскажите, что у вас будет на столе. Может быть, я что-то дополню. Свой список. Нужно сейчас будет уже написать тогда по ингредиентам, чего мне не хватает. Например, селедку под шубой. Например, у меня селедки нету, ни свеклы нету. Я свеклу готовую покупаю, а не в вакуумных пакетах. Я не варю. Покупаю такую в Пятерочке. И потом ее просто на терочке тру. Хотела поехать на закупку продуктов, а потом думаю, ну какая закупка, что здесь покупать? Зайду в близлежащий магазин. Если не будет, зайду в другой магазин.
смысл куда-то сейчас выбираться на машине в какой-то торговый центр, типа Ашана, может быть, Лента, ехать нет. Перекресток, Пятерочка, Магнит, что-то там найду. Есть такие местные магазины, которые свое производство, например, мясо привозят, то есть там тоже можно посмотреть. Поэтому потихонечку буду уже закупаться, сейчас напишу, разбросаю, что нужно, что уже есть, потому что, например, для салата оливье я горошек купила, когда по акции было. Ну, вроде все, я не знаю, что еще на меню написать. Напишите мне, поделитесь, что вы будете еще готовить. Может быть, дополнительно к моему меню, или у вас свое меню тоже напишите. Будет интересно почитать. Да. Да? Сашулечка, да. Такой домик тут построила. Да, зайка? Да. Угу. Это сама она из магнитного конструктора, да? Ой, зайчик такой магнитный. Привет. Всем привет, друзья. Привет-привет. Как у вас у всех дела? Как у вас у всех настроение? Да? Есть новогоднее у всех настроение или да, нету? Да, да. Есть, да? Да, все вот там выходят, там плясать. А ты мне расскажешь, что ты хочешь на Новый год? Может быть, покушать что-нибудь вкусненькое из еды? Что бы ты хотела? Какой салат? Сашулька, кстати, салаты не очень любит. Она их не очень я ест. Я Наполеон люблю. Она очень любит торт Наполеон. Только не тот, который мы ели. Да, не тот, который от Палыча Наполеон. Ну мне да. Не понравился? Угу. Обычно просто торт Наполеон угу. нравится. Угу, хорошо. А помнишь, я готовила Наполеон? Да. Вы быстро с папой уплели. Да. Кстати, Наполеон я готовила. Очень вкусно, тоже как-нибудь покажу рецепт. Ну, может быть, в январе, феврале тоже запишу. Слоеного теста. Готовится не очень долго. Там заварной крем делается и покупается слоеное вот это вот тесто. Че, ты чихнуть хотела? Нет. А что ты так? Чихнуть хотела, да? Вообще тоже нужно будет показать, очень вкусно. И как-то там с тестом там мороки нету. Хотя можно заморочиться, да, самим это слоеное тесто приготовить. Но мне кажется, слоеное тесто очень тяжело готовится. Ладно. Ребята, ну чего, буду с вами тогда прощаться на этом, на этой ноте, на этом меню новогоднем, потому что, да, то, что уже вечер, писать особо нечем. И сегодня вот такой вот день был. Пока Сашулька спала, я там поупаковывала подарочки, доупаковывала. Вот, в Элберис сходила. В общем, все как всегда. Все в делах, все в заботах, да? Да, да. Ладно, всем до завтра. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока.